хорошо учил? Не, я даже учебник не открывал. Ну, мы в одной лодке, братан. Так, сегодня пишем контрольную работу по хирургии. Тетрадки и телефоны убрали. Контрольная будет несложная. Кто учил, тот учил. А кто не учил, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Извините, можно выйти? О, а вот и наша отличница пришла. Здравствуйте. Да, это я. Михаил Евгеньевич, здравствуйте. Можно вас на секундочку, Странно. Отвечаете у меня на 2, а пишете контрольные на 5. Интересно. Сценка номер 2. Полный сыр-бор. Основана на фантазиях студента. Любые сходства с реальностью – совпадение. Сегодня мы будем изучать тему бронхиальной астмы. Сейчас я вам раздам задачки. Решайте первую задачу. Кто знает ответ на первую задачу? Так, понятно. Расскажите мне этиологию данного заболевания. Теперь ясно, откуда у вас двойки по хирургии. Не будете учить, я вам всем харакири сделаю. Так, вернемся к теме, ребята. Все просто, как лопата. Здравствуйте, ребята. Так, встаньте, я проверю сменку. Вова, а ты почему без сменки? Я дома забыл. Почему забыл? Просто. Понятно, с головой у нас проблемы, надо лечиться. Так, Дима, а ты почему в женскую пришел? Я вчера упал и штаны испачкал, они в стирке. Это не оправдание. У тебя должно быть двое, а то и трое запасных штанов. Понятно все с вами, мальчики. Я запишу у вас список, до экзамена вы будете недопущены. Ну что, ребятки, никто не хочет снег почистить? Мы хотим. Не пойдут, они двоечники. У них на следующей паре опрос. Можно вас? Ребята, третью задачу читаем, я скоро вернусь. Ой, а где ваши шапочки? А где ваш преподаватель? Каморки. Альбин, ну опять без шапочки. Не подставляем своего куратора. Здравствуйте, двоечники. Здравствуйте. Что же вы к парам не готовитесь, куратор сегодня представляете? Это все из-за Вовы. Вова, не готовится к парам, это здесь и соу-кринж.
Здравствуйте, как ваши дела? Все хорошо, только вот в субботу двойка получается. Почему? Сложно. Не любит он нас, вот и двойки. Ну, учить надо и не опаздывать. Интересно, а чем занимаются преподаватели, когда они уходят? Слушай, мне кажется, они играют в карты. Psychiatric Association, it affects roughly 8% of children and 2% of adults. Commonly believed to only affect boys because they are perceived as rowdy. One time for them praying on my downfall, yeah. Two times for them in the South Shore, wow. Three times for them days on the block getting chased by the cops like a motherfucker outlaw. Four times for them days that were all bad. Five times for them who ain't called back, yeah. Six times for the kids like me who got ADHD just to keep them up. I'm joining me a couple horses. Double homicide, kill the beat and a verses. Everybody living on the surface, but we came from the underground, where we deserve. What's beef? Beef is when you murder motherfucker for the beat. Kill them all, nah, nah. What's beef? Six times for the beats and the rhymes. Got the heat and the crime, keep the peace like a waistline. Just like the fajita, baby, I got the handle, I got the steam. Black Knight.
Сегодня кибернетика повсюду. Вчерашняя фантастика пустяк. А в будущем какое будет чудо? Конечно, точно утверждать не буду, но в будущем, наверное, будет так. Исчезли все болезни человека, а значит и лекарства ни к чему. Но для духовных радостей ему открыт особый магазин аптека. Какая бы ни была у вас потребность, он тут же миг откликнуться готов. Скажите, есть у вас сегодня нежность? Да, с добавлением самых теплых слов. А мне бы счастье бьющего ключа. Какого вам? На месяц, на года? Нет, мне бы хотелось счастья навсегда. Такого нет, но через месяц ждем. А я для мужа верности прошу. Мужская верность – это право сложно. Ну ничего, я думаю, возможно. Не огорчайтесь, я вам подыщу. А мне бы капель трепета крови. Я северянин, человек арктический. Держите. А мне флакон пылающей любви и полфлакона просто платонической. Держите. Мне против лжи нельзя ли витамин? Пожалуйста, и вкусен, и активен. А мне для женщин, антигаварин. Есть, но пока что малоэффективен. А покормитель сердца есть у вас? Да, вот магнит, его в кармашке носят. Любой красавец тут же с первых фраз пойдет к ногам и женится на вас мгновенно, даже имени не спросят. А есть антискандальная вакцина? Есть, в комплексе для мужа и жены. Жене капресс горчицы, а мужчине за час до ссоры два укола в спину или один в сидячую часть спины. Мне томный взгляд для глаз любого цвета. Держите по капле перед сном. А мне бы страсть. Страсти по рецептам. Страсти и ядов так не выдаем. И вон тех коробочках хотя бы признание любви едва нашла. Какое вам, со свадьбы или без свадьбы? Конечно же, признание со свадьбой. Без свадьбы хватит, я вот брала. Держите. А как, скажите, роды облегчить? Вот порошки, и роды будут гладкие. А вместо вас у мужа будут схватки. Вы будете рожать, а он вопить. Шутка раздувает чудеса, но в жизни нынче чудо чудеса, как вдруг еще при нашем веке откроются такие вот аптеки. Держи, держи, с мыслью и удержи. Держи, ну не держи, главное не.